Блин, получается, мы с тобой последние, прикинь? Угу. Хотя мы первые стоим. Ну, ладно, я пока сделаю себе тесто. Думаю, ой, тесто, туда же пармезан надо. Козыря надо искать, думаю, соус, соус Кива надо. Мясо Антон, нарезка Вика. Ничего практически не могла сделать без кого-то другого. К нам никто не идет вообще. Очень сложное блюдо. Не знаю, как ребята с ним справятся. Так, у страві безліч етапів. Треба приготувати начинку, загорнути її у м'ясо, запекти поп'є в духовці. А ще зробити соус, пюре і печиво. І це все доводиться робити разом. Да, дійсно, їм придеться договоритися. Я смотрю, що поки все йде по графіку, вони допомагають друг другу, але некоторые проявляють нетерпіння, ребята, тому що вони хочуть вже починати. Ну, посмотримо, як вони справляться. Единственный человек, который имеет самый важный, самый прекрасный, самый великолепный, самый невероятный девайс для всей готовки во всем мире. А, нож! Я понимаю, что она может сегодня, ну, то есть, получить черный просто, потому что Вика — это такой человек, который всем сделает и про себя забудет. Можно мне себе сказать? Нет, нельзя, пожалуйста, отрежь мне мясо, пожалуйста. Сулейма самая медленная здесь. Я думаю, как же она будет резать нам всем? Сейчас, ребята, давайте я быстро, я себе все нарежу. Ну ты издеваешься, себе все нарежешь, блин, ну отлично. Если бы у тебя был нож, ты поступил точно так же, я тебе говорю. Я понимаю, что у меня нож, у других детей нет ножа. Я могу контролировать ситуацию. Я договорилась с ребятами, мы сделали по-хитрому. Ко мне сразу прибежал Циля, пустился всю экономку только за слово. Да, да, конечно, я приду к тебе первой и все тебе порежу. Потом Котя мне сразу все натер. Ну и все, Вика, значит, все на автомате зовут Вику, а Вика, значит, начинает себе нарезать. Все ждут, пока Вика себе идеально там все нарежет. Выглядит. Да, это эгоистично. Все, да? Да. Но я была умна и понимала, что мне надо делать свое блюдо. Я типа такого не ожидала. Она реально нарезала только себе. Я поставила вариться картошку и топинамбур, поставила разогреваться сковородку и нашинковала начинку. Она уже очень медленно себе заделала, да? То есть она там где-то 10 минут себе резала, когда ее уже 5 человек минимум ждали. Все начали нестерпно орать. Вика! Ты где? Вот здесь, давай, все нарезай. Вика! Мясо отрежь наполовину. Не-не-не, Юля! Викуся, зайка! Всех разорвала! Зайка, ты же обещала, Микочка! Тут я понимаю, как это будет заменить. Вика, 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 Вика. Да как будто без меня прожить не могут. Да сковородку поставь разогреваться. Вика, Вика, я тебя отбил, нарежь мне! Вика, пожалуйста! Да, 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 да. Вот так, раз, два. Вика! Бегу, бегу. Вы физически Вика. Понимаете, что это сложно? Ты его была уже 100 раз, а у меня ни разу. Вика бегает. Носится, орет, психует. Столько всего она успевает сделать, но только не подбежать ко мне и не нарезать. Надо было, по крайней мере, по порядку. Сначала для себя, потом соседу, потом следующему, 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 следующему. Ну, у нас не было стратегии, да. У нас просто не было стратегии. Все, абсолютно все кричали на Вику, потому что, ну, она всем нужна. И, ну, она должна сделать много. Я не могла, я разрывалась просто. Я бегу туда, потом не ору туда. Да что ж вы творите, люди? Я одна, а вас так много. Я не могу физически разорваться на всех вас. Я зову Вика, 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 Вика. Вика, ну ты мне обещала, я тебя самым первым натер, все почистил. Порезала, идет к себе, к этому порезала, пошла к себе. Она вообще, она пошла туда, пошла сюда, пошла к Владе, пошла к Соне, хотя Вика, 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 Вика. Она пошла к Сливинской, потом уже к Киве пошла. Иди сюда! Нет, она, иди ко мне! Иди сюда! Руби вот это! Да, отрубай! Давай, быстрее! Руби без разницы как! Хоть на четверти! Меня отруби! Пальцы отруби! Только порежь его!
зовут кричать, кричать, кричать. И все время кричать. Как будто им больше делать нечего. Я выбрала себе другую стратегию. Я подходила просто молча, говорю, дорогой, пожалуйста, понимаю, что тебе очень тяжело, но я же твой друг, ты мой друг, лицемерие. Вот все такое. Вот, и говорю, пожалуйста, подойди ко мне, я же тебе хорошо сделаю или сделала уже. Вот, поэтому ты мне тоже хорошо сделай. Вот, я даже киви успела нормально выловить. С всех девайсов больше всего повезло Соне. Легкая штучка. Сделай там 3 печеньки и уйди. Подошла, квак-квак, и все. Мне еще ничего не готово! Ты же не нарезанная, Вика! Боже, іди сюди на сир. Хоч печеньки, щоб у мене стояли в духовці. М'яса не буде, пюре не буде, соуса не буде, зато печеньки будуть. Хоч судді печеньками нагодую. Вообще, ну ні чорта у мене нету! Терка, я хотел всем помочь, я понимаю. Если, типа, например, я не помогу Киви, Кива мне не поможет. То бишь, у него нет зажарки, у меня нет соуса. Это же логично. Кому помочь? Тебе помочь? Да-да-да, пармезан, котик, пармезан, зайчик. Давай! И начинаю каждому. Там-там-там-та-там. Убежал. Так, Доня, вот это все, давай. Козыречек, ты мне слишком мало натер. Ребята, спасибо, что я вообще что-то вам натер. Сделал ряда 3, забросил это дело. Потому что, ну, уже, ну, надо что-то из себя сделать. У меня ни песочка, ни зажарки, ничего нет. Фатя, натри мне. Я говорю, я сам себе хоть что-то должен сделать. В чем прикол? Я не доходил ко второму ряду и к первому. Я до 3-го останавливался, мне все типа бесит, и ухожу обратно к себе. Козырь! Я даже тесто не сделал, да ребята! Да одна минута, Козырь, пожалуйста! Умейте хоть уважение! Я больше трогать не буду, пожалуйста! В основном вот это все кубло, как я называю, крутилось где-то сзади. Постоянно куча человек, а мы теперь стояли, знаете, к нам вообще никто не подходил. Ну вот вообще никто не подходил. Я уже даже для соуса все подготовила. Никто не идет, знаете. Сейчас смотрю, что там уже у задних, у них Вика им порезала, Целя им почистил, Козырь натерел, у них уже все есть. Я начинаю уже включать панику. Викосечка! Иду! Антон, отбей мне! Зайчик, можешь ко мне подойти? У меня ничего не нарезано! Соня орёт. Куда? Вика, ко мне! Вика, ко мне! Идёт! Блин, Викуля, Доня, пожалуйста! Ну, в итоге пришлось мне ждать Вику. Вика долго там, ну, настолько долго я её ждала. А раскатаешь мне тесто? Да, и пойдём ко мне. Пойдём ко мне, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя сейчас раскатаю. Идём, вот мяско отрежу. Пожалуйста, и мне отрежь. Что тебе там резать надо? Мне картошку, топинамбу, это, 2 порей грибы. Подбежала к Козырю. Козырь начал орать. Ну я ничего не готова, не трогай меня. А я так спокойно его за ручку довела. Козырь, я тебя больше в жизни трогать не буду. Он натирает мне пармезан, убегает. Я говорю, стоять, морковку. Ну, мне тоже надо себе хоть что-то Козочек, сделать. Ну, Козочек, понимаешь, ты к нам больше не будешь подходить. Ну, Козик, ты понимаешь? Ну, что я понимаю, ребят? Я должен был всем сделать соус голландез. Даня, ты мне нужен! Я приду к тебе так же, как ты придешь ко мне. Дань, ко мне. Вставай, значит, сначала это просто взбей. Я знаю, что надо делать. Шутки на водяную баню, которая у меня уже готова. Он начинает это все взбивать. Я вливаю туда постепенно маслечко, добавляю соль и перца. Пожалуйста! Даня! Даня! Давай, 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 давай! О, боже! Даня, ты крутой, Даня. Спасибо тебе огромное. Все, спасибо, спасибо. Можешь бежать. Я одна из первых ставлю запекать мясо. Потому что я понимаю, то, что потом моя ложка будет нужна очень сильно всем.
Думаю, надо же его завернуть. Засунул туда зажарку, начинаю заворачивать. И что-то оно не очень у меня завернулось. У судей как-то было кругло, а у меня какая-то типа рулета вышла. Я не понимал, как именно надо. Очень было еще трудно складывать. То есть, типа, я вот так вот вместе, вот так вот, оно у меня по бокам разлазится, я опять вот так вот приткнул. И у меня как-то, хоть форму держит. Я такой, типа, бекон над беконом. Настенька, ко мне, пожалуйста. Я не могу, у меня не готово мясо. Я поняла, что я очень-очень стрессоустойчивая, оказывается. У меня даже не было нарезано мясо. Не был отрезан кусок, оно не было отбито, оно не было нафаршировано, оно не жарилось, оно не запекалось. Поэтому Вика быстро ко мне подошла, отрезала мне кусок этого мяса и побежала дальше. Антон подошел, отбил. Настя! Да! Подойди ко мне! А теперь я буду тянуть тебе до последнего. Настя! Я занята! У меня у самой еще пюре нету. У меня толкушка. Я должна буду к каждому подбежать и перетолочь пюре. Я не буду. Там меня кто-то позвал, я к нему бросила все, я к нему прибежала, сделала и убежала назад делать свое дело. Нет. Теперь я буду договариваться так, чтобы и мне была польза, и тому человеку, кто меня просит. Иди сюда, пожалуйста. Я занятый. Пожалуйста. Настя, я тебе почти... Просто потолки мне. Давай, я держу. Сливки. Сливки, хорошо, сливочки. Когда кому-то надо было перетереть пюре через сито, он звал и Владу, и Сашу Демонштейна. И было очень тяжело так работать. Я была, честно, не очень рада, что у меня ложка. У меня был один из тяжелейших девайсов, потому что нужно было сделать и презентацию, и процедить пюре. Демонштейн! Пожалуйста, подойдите ко мне! Так сейчас! Саша, нужно было поставить просто сито в миску и смотреть себя куда-то вдаль. А мне нужно было, берешь ты, значит, эту ложку, бьешь, ну, то есть там же еще надо эти комки все размять, чтобы это, оно все получилось. Демонштейн, Влад, вы мне очень нужны! Демонштейн и Влада! Да ну подожди! Я вот буквально уже третье пюре, когда перетирала, я уже понимаю, что я уже не могу, ну, то есть мне уже тяжело. У меня не настолько сильные руки, чтобы я постоянно так перетирала. Сейчас, я обещала Антону! Влада, Влада, нет, Влада, я Антона, иду... ко мне, ко мне! Да, пюре, перемешай пюре. У меня уже печеньки готовы. И у меня готовы. И мясо у меня будет буквально 3 минуты, и мясо у меня будет готово. Соус у меня готов, пюре у меня готово, мяско у меня готово, печенюхи у меня готовы. Нужно сейчас сделать очень крутую презентацию. Ребята, у кого нормально с памятью? Кто помнит презентацию? Я помню. Настя, ты же вроде молодая. Кристинка! Остается 10 минут, и я понимаю, что мне нужно сделать 9 презентаций. И еще свою доделать, потому что у меня она вообще... А что, куда? Вот так вот тут. Ну, вот так вот тут, но я не до конца поняла, но хорошо. Осталось 3 минуты. 3 минуты осталось! Мясо! Господи, что? Кому еще презентацию делать? Кому еще презентацию? Влада! Владочка! Пожалуйста, вот пюре. Влада, подойди ко мне. Иду. Осталась 1 минута. Влада. Сейчас. Куда? Куда ложить? Вот так. Котик, как себе? Шалфей! А вот так взять! У меня закончилось!
5. 4. Бляха-муха, где шелфи? 3. 2. 1. Время стоп. Пожалуйста, отойдите от ваших столов. Смотрю на свою презентацию и смотрю на все презентации, которые я уже сделала. Понимаю, что у меня, у обладательницы ложки, человека, который должен был сделать грандиозную презентацию, презентация хуже всего. Привет, YouTube! Давай определять лучшего маленького кулинара страны вместе. Подпишись на наш канал и не пропускай ни одного конкурса. Будь в курсе событий.